Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бизар. И кто-то, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Карта SCP. Мы обнаружили, что у нас есть очень крутой мод, мы можем ставить SCP. Теперь я могу управлять SCP-шкой. И не просто управлять, а еще и мочить. Вы даже цвет меняете. Ну что, ребята, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Так, я слышу, там уже пацаны дверями скрипят. Давайте, жду вас. Идут. Стоим. Там наверху в проходе. Так, идут. Я слышу, приближаются. Надеюсь, ребята, вам понравится. Вы подпишитесь на канал и поставите лайкосик. Потому что такое мы ни разу не записывали. Это что-то новенькое. SCP у нас начинает проникать в мой канал. Ну и аниматроники тоже будут. В следующей серии, ребята, если вы хотите, поставите плюсик. Или напишите какой-нибудь комментарий, мы хотим. Мы снимем ролик SCP против аниматроников. Мне кажется, будет реально эпичная битва. Есть у меня пару идей. Есть даже карта арена, и мы можем там запилить. Вот, все, я не двигаюсь, вы же смотрите. Так, нельзя двигаться, нельзя. Так. Проходят. Ушли. Упс, и ты моргнул. Я так ТП хоть раз, когда они только не моргают. Сыкаешь, да? Кстати, вы знаете, что есть у меня жизнь? Я же должен быть вроде бессмертный. А у меня 4000 жизни даже есть. О, я не могу на расстоянии мочить. Мне надо только в притирку вот так подойти. Чё, кто еще против меня? Мощного злодея. Нечестно. Мне так непривычно играть с цепишками, они как-то очень странно двигаются. Я не могу постоянно двигаться, оно как-то рывками. Так, начинается атака. Такой звук, когда я двигаюсь, как будто статую двигают, прикольно. Но максимально сделали реалистично. Так, я двери не могу открывать. Так, идите сюда. Идут. Ты моргнул. Так, я вижу внизу. Ай! На миллисекунду моргаю, но никак не на минуту. Да? Ай, мне показалось, что ты моргал. Короче, план Б. А! Жопка! Блин, убили! Во, давайте скромника возьмем. Реально никогда им не управлял. Оу, щит. Да, это реально... Во, реально крутой походняк. Ну нафиг. А как психовать? Когда мы смотрим на тебя, ты только тогда можешь психовать. А чего вы не смотрите на меня? Мы не хотим смотреть на тебя. Во, я начинаю нервничать. Ты не смотри на него. Не смотри. Блин, я в дверях застрял, что ли? Ладно. Да что он жужжит, булькает? А я не могу уходить. Так, подождите, стойте, он как-то забагался. Тут еще есть другой скромник. Давайте возьмем этого скромника сейчас. Вот это. Ты не против, мы тебя в криогенной камере заморозим? Хорошо, блин, этот не берется, скромник. Вот кто у нас есть. Это еще кто? Это у нас SCP-008. Я иду, иди сюда. Походняк такой модный у него. Я тебя ударю. А, да что так быстро? Какой-то я вообще слабый. Блин, что так быстро убили меня? Во. А, он не ходит. Это просто какой-то рахит. А вот, а это был уже. Так, а вот этот. Воу! Ах ты жопа! Бежим. Я могу бегать. А, я могу бить, я понял как. Все, я, пацаны, ушел, пока. Блин, что это за баг такой? Уходи, валим отсюда, они меня хотят убить. А, жопы! SCP сегодня проигрывают. Я давай, знаешь? Да он какой-то рахитный. Ща. Текстурка прикольная так прогружается. Да вы задрали, откройте дверь, дайте я подойду к вам. Вы меня обманываете. Да беги, дядька.
Ха, замахнусь сейчас. Блин, это самый конченый SCP, которого я играл. Бесконечная заморозка. Хорошо. Я тогда не ржал. Так уж и быть, пошли. Че, дайте я хоть раз ударю там с вертушки. Так, я иду. Че за кислота? Она, кстати, хорошо меня дамажит. И меня. Ой, не в ту сторону, стой. Стой. Да это големы, стойте, я другого возьму. Вот здесь другая статуя. О-о-о. Ой, это быстрее будет. А, защемили калитку. А, она не дамажит это. Я не могу убивать вас. Это безоружная. Так нечестно, вы меня придавили дверь, я ничего не могу сделать. Понимаете, идут рабочие сварки. Так, надо как-то отвалить. Так, сейчас подождите, другого возьму. Так, хорошо. Не хотите, да, по-хорошему? Сейчас будет по-плохому. О, пошел. Это вообще кто у нас? МТФ Эпсилон. Я не знаю, кто это. Какие-то роботы, что ли? Ого, он так быстро бегает. Че, вы где? Я захватил базу. Да? Не вижу, не вижу. Ай, сзади, сзади. А, так быстро. Да че они такие рахитные все? Так, давайте здесь. Так, сейчас. 0.49. Я не могу вселяться в него, блин. Все, так, о, чумной доктор! Иди сюда! Ого! Подойди! Такая музыка прикольная сразу играет. А! Я не могу вас дамажить, что ли? Не получается, не получается, ребята. Сейчас получится, надеюсь. Иду, иду. У меня очень много жизни. Я неумираемый. А, не, 5 хп. Блин. Вот жопа. Да что так быстро? Хорошо. Сейчас. Я говорю, подмышка-щекоталка самое лучшее оружие в мире. Где? О, я маску возьму. А что маска делает? Ой, я пошел. Во, прикольно. Ребята, я так хотел за него поиграть. А! Да что за рахитное оружие убило с одного раза? Хорошо, давайте еще раз его возьмем. Мне он очень понравился. Сейчас. Ладно, Димас, мы решили тебя пожалеть. А ну давай, подходи. Давай! Ну что не могу подойти? Окей, я подойду. Щупальцы, мочите их. О, знаете, что я сделаю? Я же тоже не дурачок. И что мои щупальца не бьют вас? Хорошо, ребята, хотите жести? Сейчас я вам сделаю. Давай. Хочете? Да, давай, мочи. Я пошел. Они, я отключил, дай им. А, стойте. Во, все. Да дайте прожить. Давайте удалим чуть-чуть, сильно много поставил. Во! Так, блин! Надо, чтобы нас было двое или трое. Как тут не моргать-то? Да нормально, смотрим. Кто из нас выживет, ты или я? Я не смог я моргать. Надо подальше от него отойти просто. Так, Артемка, не надо к нам. Прощайте, пацаны. Меня возьми еще. Фух. Вот так и можно уйти от него? Ой, а где он? Открыл двери он. Офигеть, ребята, вы видели?
Так. Мне не нравится. Мне только. Ой! Тима! А! Блин! Я испугался! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!